Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас мы уже пойдем, я так думаю, уже докачаем наш орб, и уже думаем, может, и вызовем Артикуна, да. Наконец-то. Может, мы его уже и словим, да. В принципе, давайте, ребята, пойдем на остров опять. Я не знаю, много там еще осталось? Немного. Я думаю, что нет, но, в принципе... Сейчас мы это все прокачаем. О, там, кстати, у нас покемон босс, да? Вот он. Так, где он? Это еще где он? Нет, это не он. Хм. А он где? А он тоже тут, да? Ладно. О, отлично. Новая эволюция. Давай. Ух ты, нифига себе. Так. Вот он. Капут. Так. Сейчас. Да вот может вот так, чтобы прокачать. И пойдем дальше. Прокачивать орб. Фу, если прокачаем, в принципе, уже орб, уже будет нормально. Так. И можно потом будет словить еще каких-то Иви, может, думаю, сейчас как раз кучу Иви наловить, чтобы потом прокачать. Ну, одна уже как бы у нас есть, да? Так. А, эти в бою все? Так. Фу, ну я думаю, там уже орб почти прокачанный. Так. Так, о, там еще один покемон босс. Так, это чё? Так, во. Идем еще вот сюда. Еще один покемон. Где он? Вот он. Так, отлично. Ух, еще один мастербол, ребята. О, еще одна эволюция. Давай. Он у нас есть или нет? Вот сейчас мне почему-то кажется, что он у нас уже есть. Просто первая эволюция там не показывала, что она у нас есть, а вот вторая показала. Это Шайни? Опять Шайни Голдин? Да. Опять Шайни Голдин. Так, ладно. Так, вот что я хочу посмотреть. Есть ли у нас... А, сейчас. Или... Так, а где я засунул свои 6 мастерболов? Которые у меня были. Ладно, потом найду. Или я их случайно как-то выкинул. Походу, да, ребята, я их случайно выкинул. У меня было же 6 мастерболов, а сейчас что-то... 6, да, 6 мастерболов было. Реально, что-то они куда-то пропали.
эти мастерболы. Фиг его знает. Случайно, наверное, выкинул. Так, ладно. Сейчас, ребята, что я хотел? А, да, так. Ну, реально, ребята, я взял себе мастерболы, так как, в принципе, у меня было 6 мастерболов, а я сейчас заметил, что 6 куда-то пропало. Я их действительно случайно, наверное, выкинул. И вот, ну, в принципе, все. Сейчас взял, и то, что сейчас мы еще один выбили, ну, как бы, и что я случайно выкинул 6 алмазов. Или 6, или 5, я не помню. Ну, вроде было у меня 6 алмазов, да, но хрен его знает. Так, ну, один сейчас мы, да, нашли. И 6 алмазов, я помню, точно у меня было. 5 или 6. Ну, я помню, вроде 6. Ну, не знаю, куда они... Наверное, реально куда-то их засунул. И... Ладно. Так. Что я хотел? Твою ж мать. А, так. Посмотрите, есть ли у нас его эволюция. Это типа его следующая эволюция. Ну, походу его у нас нет или есть. Не знаю. Но если так смотреть, то вроде нет. Ну, в принципе. Так. Что я хотел еще? Так. Ну, не знаю, есть ли он у нас или нет. Так. Да что я хотел опять? Ладно, короче, идем и прокачивать дальше орб. Не знаю, прокачан ли он уже или нет. Ну, давайте еще убьем немного покемонов, чтобы уже точно был там прокачанный. Ух, там два покемона-босса. Где они? Так. Вот один. И... О, так, отлично. И там еще один был. Вот он. Так. И, кстати... Тебя у нас тоже-то нету. Давай попробуем словить, ребят. Ребята. Так, пробуем его словить. Ладно. Давай еще раз. Так. Level ball. Level ball нету у нас уже level ball, как я понял. Так, словили мы его. И давайте еще немного поубиваем. Ну, прокачаем наш орб. Я не знаю, прокачан ли он уже или нет. Ну, чтобы убедиться, как бы, чтобы наверняка он уже там заспавнился, давайте еще немного прокачаем. Опять вы в бою все там. Так. Еще тут кто? И давайте идем домой, ребята. Попробуем. Если заспавнится, то отлично. Он уже, значит, прокачанный. Если нет... Нет, еще нет. Так.
Давайте пойдем еще убьем немного покемонов. Так. Еще немного прокачаем. Так. Так. Еще вот этого можно. Отлично. Не, он еще прокачивается. О, а ну реально, может вот так оно определиться. Вот, оно как бы обновляет, ну не обновляется, как бы он что-то там делает в руке, и, наверное, когда перестанет вот делать, то он уже как бы будет полностью заполнен. Или нет? Или фиг его знает. Так, ну давайте еще немного. Опять вы в бою все. Так. Еще нет, да? Так. И... Мам, еще нет, еще нет. Так. Еще нет. Да ты ж... Че ты так качаешься-то? Вот сейчас. Когда уже почти. Обновился или нет? Че-то оно как-то... Не обновился, а... Ну, да, вот это. Передернул. Так. В руке. Бам-бам-бам. Есть еще тут кто-то. Идем мы, наверное, сейчас домой, тут темно, толком нифига и не видно. Но давайте еще немного попробуем. Так. Вот. Давайте еще тебя попробуем. Да. Так, 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 так. Еще нет. Фух. Ну давай уже еще немного. На капот. Как бы уже заполнен, да? Почти что показывает, но что-то он никак не хочет заполняться. Давайте сейчас еще. Ух ты, что-то ты начал лагать так, что... Yes, yes, James, James. О, ее у нас тоже, в принципе, нету, но... James, потом James. Ее попробуем словить. Так, ладно, давайте идем еще, может, вот сюда. Тут ничего. Ну что ж, идем попробуем, ребята, еще раз. Мяут, 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 мяут. Мяута у нас тоже нету. О, вы куда? Так.
Отлично, словили. Так. Идем попробуем. Нет. Ладно, давайте идем поспим, ребята. Так. Ну давайте идем еще немного вот туда. На остров. И давайте еще немного прокачаем. Так. Опа, он уже не обновляется в руке. Да, он уже не обновляется. Ну, как бы уже не... Что-то там с ним делает. Вот так, как бы, да. Ну, не передергивает. Так, идем. Вот сейчас уже, походу, должно заспаниться. Отлично, ребята. Отлично. Еще один легендарный покемон, ребята. Артикуну. Так. Давай, ловись. Отлично, ребята, еще один легендарный покемон. Так, сейчас. Так. Берем и давайте немного полетаем. Отлично. Только если бы ты еще так не визжал или что ты там делаешь. В принципе, ребята, у нас есть еще один легендарный покемон. У нас есть уже Молтрес и Забдус с... Молтрес и Артикуна, да, с птиц. В принципе, сейчас нам нужно будет еще словить Забдуса. Вот сейчас как раз нужно нам будет собирать на него вот эти, как их, алмазы, да, искать покемонов-боссов. Я не знаю, сколько у нас там получится алмазов, где-то может 50, о, покемон-босс, где-то может 50-60 все-таки будет, но это и так не хватит, поэтому нужно будет, вот там еще один покемон-босс, поэтому нужно будет, ребята, очень так... Ну, как бы, добывать алмазы, чтобы купить еще один алтарь. Так, тут кто-то тоже был. Да, вот он. Так. Угу, отлично. Давайте еще, может, куда-то полетим немного. Да харе уже орать. Так, давайте полетим еще сюда, ребята. Может, еще кто-то будет? Походу, никого уже нету. Так, кого? О, кого тут у нас еще нету? Вот сейчас. Так, тебя у нас нету. Так, давайте вот этим попробуем. О, нормально. Нормально. И давайте попробуем его словить. Отлично. Еще один покемон. И тут еще Ликитунг был, я видел. Только вот где он сейчас, фиг его знает. Ладно, потом его тоже, в принципе, можем словить. Так, там у нас и... Да, был покемон-босс.
И давайте, ребята, все-таки уже, наверное, пойдем домой. И, в принципе, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Словили мы, как бы, заспавнили мы Артикуна, да? Еще остался один легендарный покемон. Ну, как бы, с птиц, да? Это у нас будет... Забдос, да. И, в принципе, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.